Мобильным репортером телеканала «Видное ТВ» может стать любой житель нашего района. Автором следующего сюжета стала Елена Столярова, художественный руководитель районного дома культуры, где в минувшие выходные прошел фестиваль патриотической песни. Не жалей синий пуль, ни гранат, и себя не щадите вы. Они не жалели и не щадили. С той поры прошло почти 74 года, поэтому в зале не так много ветеранов, для которых в первую очередь и выступали сегодня артисты. «Песни, рожденные сердцем» – так назывался концерт, участники которого с благодарностью дарили залу, в том числе и теплые слова. Благодарим вас за спокойную, счастливую жизнь, за мирное небо у нас над головой, за все то, что вы сделали для будущих поколений. Низкий вам поклон! В концерте приняли участие более 20 творческих коллективов Подмосковья. Несмотря на название, в репертуаре не только песни, но и танцевальные номера, и даже проза. И была у нас останется тетка Грабешка. На четырех сыновей она похоронку получила. Пятого надо провожать. И уже по сложившейся в последнее время традиции в финале общее фото на память.